Всего 870 камер на избирательных участках работают без перебоев. Об этом сообщили в ситуационном штабе избирательной комиссии. В него входят представители правительства республики, Роскомнадзора и Министерства связи. Также постоянно дежурят операторы связи, энергетики и сотрудники МЧС. Возглавляет штаб вице-премьер Рамазан Джафаров. На эту минуту на избирательных участках не наблюдалось серьезных проблем, а все мелкие недочеты были мгновенно устранены. Штаб уже третьи сутки работает в круглосуточном режиме. Какие-то у нас вчера проводили тренировки по всем нашим избирательным участкам, особенно по тем, которые обеспечены видеонаблюдением. Значит, наша главная задача – обеспечение бесперебойного функционирования систем связи, электроснабжения, системы газовыборов, значит, видеонаблюдения. Каких-либо у нас пока беспокоящих моментов нету, есть мелкие какие-то недочеты, которые тут все устраняются. В целом работа проводится в штатном режиме. Сбоев нет, все технические службы отработали мгновенно. В данное время мы онлайн видим, на камерах прекрасно видно, что сегодня выборы проходят в Республике Дагестан. Активность граждан, которые изъявили желание прийти и проголосовать, очень высокая.